Колымские спасатели эвакуировали пострадавшего рыболовного судна «Сивуч» в Охотском море. 13 ноября на пульт территориального центра медицины и катастроф поступил тревожный сигнал. Звонил капитан корабля. У одного из сотрудников персонала рыболовного судна случился инфаркт. Потребовалась срочная госпитализация пострадавшего в медицинское учреждение для оказания профессиональной помощи врачами. Спасатели МЧС России по Магаданской области и специалисты регионального центра медицины и катастроф задействовали вертолет Ми-8. После часового поиска судна в акватории Охотского моря вертолет благополучно завис над целью. Участники поисково-спасательного отряда десантировались на борт корабля в специальной люльке. Пострадавшего усадили в корзину, пристегнули ремнями, надели спасательный жилет и подняли на борт вертолета. В кабине воздушного транспорта пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего приземлились в аэропорту «Сокол» и доставили главного пассажира в Магаданскую областную больницу для дальнейшего лечения. Поисково-спасательная операция прошла без происшествий в штатном режиме.